давайте я вам расскажу. На салон-портале, то есть как бы мы тоже как бы имеем прямое и косвенное отношение к салону, Profil Doors, да, то есть как бы это. Вот. Но фабрика «Портали» – это фабрика, которая находится в городе Барнаул. Вот, и, соответственно, занимается производством металлических входных дверей, там, дверей для коттеджей, умных дверей и дверей для квартир входных, вот, из металла. Ну, фабрика уже работает на протяжении 23 лет. То есть первая на рынок внедрила технологии производства термодверей. Вот. Ну, в общем, как бы я много расписывать не буду про наши двери. Просто охарактеризую там, допустим, что есть вот несколько направлений. Самое основное, да, вот люди, которые строят дома, коттеджи и, значит, какую-то загородную недвижимость, и, естественно, встает вопрос выбора входной двери. Значит, каким требованиям должна отвечать эта дверь? Она должна быть прежде всего, ну, выполнять свое основное назначение, защита там дома, там, от, ну, то есть быть с надежными замками, в общем, и препятствовать проникновению холода в дом там, и не промерзать, грубо говоря. Вот термодвери вот этим и отличаются, только то, что у них идет, скажем так, в этой конструкции идет узел под названием терморазрыв, который отсекает мостики холода снаружи вовнутрь, то есть проникновение холода. Вот. Вообще, то, что вы видите, это вот модели, которые могут быть выполнены как в квартирном варианте, так и в варианте для, для коттеджей и домов. В общем, вот на вот этом, вот, на вот этом стенде фотографии показывают примеры, да, реализованных, настоящих, живых реализованных проектов, вот, которые там реализовала фабрика. Во-первых, которые должны отвечать прежде всего не только требованиям там, допустим, термоизоляции, а еще должны быть, иметь какое-то красивое эстетическое исполнение. То есть каждый хочет, чтобы дверь выглядела красиво, достойно и при этом, скажем, выполняла свое основное назначение. Вот. У нас есть три варианта, допустим, термодверей. Это три коллекции. Это термо, термоплюс и термовуд. Различные варианты, допустим, отделки внешней и внутренней, то есть начиная от натурального дерева, заканчивая обычным простым гладким металлом. То есть вариантов выполнения, вариантов дизайна, скажем так, выбор дизайна, вот если вот грубо, даже грубо посчитать, там более 1500 моделей. То есть, которые можно выполнить в том или ином варианте. То есть, это различные комбинации, значит, внутренних наружных панелей, там варианты со стеклопакетами, с фрамугами и так далее. То есть, вот квартирные двери, они немного попроще. У них требования к дизайну, то есть, у них более высокие требования к защите, то есть к стойкости, ко взлому. Вот. Но, тем не менее, они могут быть, дополняться какими-то различными электронными устройствами. В термодвери мы тоже, кстати, электронику ставим, но немного в ограниченном виде, скажем так. Есть те устройства, которые мы ставим только на термодвери, только на квартирные двери. Есть те, которые мы можем просто на термодвери поставить. Вот. Квартирные двери обычно они имеют, скажем так, очень толстый металл. Фабрика как бы не использует дешевых материалов при производстве дверей. Значит, металл идет 2 мм. И вот имеет специальную линейку таких вот покрытий, то есть под названием муар. Линейка покрытий муар, она, скажем так, имеет три слоя. То есть антикоррозийный грунт специальный,
потом один слой краски и сверху специальное покрытие под названием муар. Это покрытие очень стойкое, скажем так, к износу. Присутствует некий эффект такой шагрения, наждачной бумаги, то есть тактильные ощущения, как будто дверь, то есть имеет такое несколько шероховатое покрытие, которое сейчас очень модно в использовании, то есть при покраске автомобилей. Вот эти вот муары могут быть в 50 оттенках основных, базовых. То есть, возможно, покраску поралу только определенных там какие-то оттенки. Вот. Есть также покрытие эмаль. Вот если сравнивать один и тот же цвет, да, допустим, вот эмаль. Вот есть обычное стандартное покрытие под названием шагрень. Этот же оттенок, но в эмали. Эмаль – это уже такая, скажем так, уже зачищенное покрытие, то есть оно зашлифованное, то есть имеет гладкую однородную структуру. Вот. Так вот, эмаль, она может быть выполнена в любой цвет рал. То есть, значит, что еще хотелось бы сказать? Вот отдельно про умные двери. Фабрика внедрила самые лучшие из решений, технических решений, и реализовала на своих дверях. Это, вот, допустим, замки, к примеру, с отпечатками пальца, да? Так называемые смарт-замки. Он может, допустим, открываться как с отпечатка пальца, так с ключ-карты, набором кода. Значит, ну, специальный кодовый замок, который, в принципе, может работать автономно и без подключения всякого электричества. То есть, если даже у вас в доме там вырубили свет, этот замок будет все равно работать и как бы выполнять свое назначение. То есть, один из вариантов, ну вот этот Samsung, сейчас он, к сожалению, просто уже снимается с производства, но вместо него там есть альтернативные решения, которые могут выполнять полностью, вот дублируют те задачи, которые вот выполняет этот замок. То есть это отпечаток пальца, ключ-карта, можно открыть со смартфона, можно интегрировать, очень легко интегрируется в систему «Умный дом». Вот. И, значит, вот данная дверь, она может быть, значит, дополняться еще устройством видеодомофона, которое может комплектоваться до четырех видеокамер. Ответь уже. Ну, в общем, этот, как бы, система Smart, она может иметь, допустим, несколько выходов. Можно поставить, допустим, камеры на парковке, там где-нибудь возле подъезда, в самом подъезде. То есть здесь тоже вариантов много. И причем, возможно, даже если интегрировать систему «Умный дом», либо, допустим, скачать какое-то приложение, возможно, допустим, видеть, кто к вам пришел, не находясь дома, через смартфон, и, соответственно, можно запустить человека, открыв дверь. То есть здесь вариаций масса. То есть одно из самых простых электронных устройств, которые, допустим, мы применяем в своих дверях, да, это вот так называемый электронный цилиндр «Утопик». Он просто, это очень удобно, как открывается с брелка, как в автомобиле, принцип. Очень удобно, когда идешь с сумками, и как бы ключи доставать лень, и все, нажал кнопку, а дверь открылась. Либо, соответственно, можно, есть возможность вот это вот устройство тоже интегрировать с приложением специальным, которое может открываться с телефона, со смартфона. То есть можно туда прикрутить голосового помощника, например, Алису, и попросить Алису открыть дверь, что Алиса с удовольствием сделает. Ага, то есть, главное, чтобы только тебе. Да, но если Алиса как бы отвечает именно на твой запрос, и то есть можно как бы настроить таким вот образом. Вот. Поэтому, ну, тоже вполне автономное устройство, которое работает без электричества. Единственный, ну, как бы, такой нюанс, небольшой недостаток, то что он подзаряжается, его необходимо хотя бы раз в 4 месяца подзаряжать. То есть с помощью обычного там USB кабеля. А так в целом, вот
возможности фабрики, что не ограничены, каждая модель двери индивидуальная. То есть мы работаем под заказ с каждой дверью. Что важно, клиент, например, клиент хочет, чтобы двери были там немножко более технологичными, там, современными, там, ставит туда электронные устройства, либо простые двери, которые просто защищают дом от, скажем, проникновения. В принципе, мы можем делать двери по индивидуальному запросу, по индивидуальному дизайну. То есть такой опыт у нас тоже имеется, и к нам часто обращаются дизайнеры, и как бы мы комплектуем все это дело именно теми дверями, которые нужны заказчику. А заказчики у нас очень часто бывают непростые, довольно сложные, со своими там запросами, со своими, ну, то есть, как бы сложностями. То есть мы стараемся удовлетворить практически все запросы. Кстати, тут тоже у входных дверей есть скрытые двери. То есть не только межкомнатные, да, но и входные. То есть это вот эта дверь, видите, у нее скрытый короб. Но в данном случае она просто сделана с панелями стеновыми. Вокруг стеновые панели можно, это как вариант, просто скрытый короб, и здесь убирается элемент наличника. Единственный нюанс, как бы, который нужно учитывать, это угол открывания. То есть из-за скрытых петель она не открывает, ну, достаточно широко. То есть, давай покажем. Да, то есть у нее угол открывания где-то порядка 100 градусов, чуть больше 90, и все. Вот, но здесь у нас зеркало представлено, то есть варианты зеркалов тоже могут быть самые разные. Поэтому как вы придумаете, нарисуете, то есть можно создать вообще любую дверь, на самом деле. Ну, еще одно интересное решение, которое я вам хочу показать, ну, это если, допустим, уходить от входных дверей, да, входные двери это, то есть обычное, то есть устройство, которое... Но о котором мы сейчас все рассказали. Вот здесь фабрика есть внедрила новые продукты. Например, межкомнатная дверь. Вот модель могу показать. То есть дверь Invisible, двери скрытого монтажа. Ну, сейчас как бы модно, но единственное, что отличается, оно более толстое массивное полотно. И самое главное, что вот что я не сказал про квартирные двери. У квартирных дверей, например, шумоизоляция, одно из самых основных требований, оно там минус 40 дБ при допустимых, там, по-моему, 35, то есть при 32 допустимых. Так вот, вот эта вот дверь, она имеет такую же шумоизоляцию, то есть, как и входная. То есть здесь все зависит от стен. И плюс, если, допустим, поставить на нее автопорог, то там вообще практически глухое пространство будет. И она состоит, вот, я могу в разрезе показать, как это все выглядит. Это вот макет. Значит, вот просто алюминиевый короб и потом алюминиевый каркас, внутри пеноплекс. И две панели. Панели наружные и внутренние могут быть разные на выбор, дизайн. Делаем двери до 3,5 метров по высоте. Вот это получается, да? Шумоизоляция как раз таки вот за счет пеноплекса и за счет плотной контура с уплотнителями. То есть здесь уплотнитель очень хороший, как немецкий уплотнитель, и который просто плотно прилегает. Причем сторонность открывания у этой двери, она универсальна. То есть можно ее, если, допустим, перевернуть, она может быть от себя выполнена. То есть здесь таким же образом вот встроить, допустим, при монтаже, здесь подвести стену, скажем так, и она будет с открыванием от себя. Это самая шумоизоляционная дверь, которая существует. Самая бесшумная дверь. 30-35 дБ. Да, то есть это, если, допустим, вот сравнивали с межкомнатными дверями, вот Александр говорил, 18-25, по-моему, да, дБ, то это как бы смело 35 может. То есть, если вам нужна бесшумная дверь, это самый идеальный вариант. Дверь скрытого монтажа. Вот, собственно, как бы все.